Еще раз всем привет, мы уже по Планной горе. Это тут холодец, Аэрофлот, кофейня. Тут свадьба какая-то проходит. Вообще не знаю, что происходит. Круто! Типа. Это реально очень здорово. Мы уже вообще подходим на эту лестницу, мы уже идем. Вот это прямо! Я тебя не снимаю, если что так. Классно, тут очень красиво. Вот вы сейчас видели некоторые фрагменты, что приходят с разной свадьбы. Кто-нибудь тоже идет тебя фотки снимать. Думаю, там они носят друг друга. Блядь, дебил. Соня, я это как бы снимаю немножечко. Если честно, я немножко замерзла, мы только вышли из метро, я уже замерзла. Мы очень долго ехали на метро, потом мы поднимались на эскалаторе, потом опять на эскалаторе, потому что мы туда поехали, потом опять на эскалаторе, потом на маленьком эскалаторе. И это было очень-очень как бы неудобно. Вот мы пришли, это весна. Вот девочка. Девочка. Мы в этом музее, я уже вставила фрагменты с того, что мы тут были, где мы были. Вот. И мы идем опять куда-то. Мы в какой-то другой. Как, мы ж тут... Да, мы тут были вообще. Нет, мы тут не были. Господи. Конец экскурсии, я думаю, что нормально ставила вам таких фрагментиков из экскурсии. Да, у нас не такой свитер. Я тебе расскажу,